В Бурятии активно ведут работы по повышению пропускной способности транспортной инфраструктуры. Цель – нарастить объем транзита товара, в том числе и в рамках проекта «Один пояс, один путь». В этом заявил в интервью CGTN глава республики Алексей Цыденов. «Один пояс, один путь» – это стратегический проект, такой имеющий мировой масштаб. И республика Бурятия, как приграничная территория, непосредственно входит в эту инициативу, поскольку через Республику Бурятия проходит и Транссибирская железнодорожная магистраль Транссиб, и Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, и федеральные автомобильные дороги, связывающие Запад-Восток. И это та логистическая составляющая, которая обеспечивает это взаимодействие в рамках проекта «Один пояс, один путь». Вот это движение товаров, людей, все соединяет транспортная инфраструктура, которая проходит по территории Республики Бурятия. И сегодня в рамках принятых по решению президента России Владимира Владимировича Путина проектов по развитию восточного полигона железной дороги, это ИБАМ и Транссиб, ведется очень масштабная стройка, увеличиваются пропускные способности Байкало-Амурской магистрали, Транссибирской магистрали. Планы, что к 2030 году только экспортные перевозки в сторону дальневосточных портов составят более 210 миллионов тонн.